звонил? Я не... Я уверяю, что... Я тоже нет. Вы не надо меня успокаивать, безобразие. Ваш полицейский потерял свою шапочку. Прошу вас, мистер Голодан, пожалуйста, пожалуйста, спасите, спасите. Я сейчас все улажу. Если вы будете в нашем городке, заходите посидеть, пообедать. Я не считаюсь расходами. Так, вы хотите меня подкупить? Хочу. Так, наличные есть? Сейчас нет, но... Я вам сейчас скажу, так тоже сам. Нет, вы хотели меня подкупить, и это будет записано в протокол. Прошу вас не делать этого, потому что карта... Ну нет, никогда! На другое дело, если бы у вас были наличные, отдайте мне шапочку. Пожалуйста. Наличные решают все, а так одета, я не знаю. Нет, нет, никогда! Очень больно. Да, я мог.